Спонсор выпуска – инженерный центр «Солдрим МСК». Что, мамур, поведай, как крайние дни гоночного процесса и вообще самочувствие? Так тяжело, не так хорошо. По 2 килограмма вообще не уходит. Не так хорошо. Ну, концовку лучше там доделаем. Да. Сейчас пойду, наверное, на реку. Там посижу. Сделаем здесь уже. Пора уже, сколько я не дрался. Ну да, у каждого своя история. Да. Кому-то быстрый путь, кому-то не быстрый путь. Всем по-разному. Тебя так выжидало вот это все твое движение. Выжидал, но ты перетерпел момент. Это хорошо. Не только началось скорее. Что-то пошло. Неделю назад, ровно на этом месте, мы проходили с Русланом Тимираевым, и он был нацелен на победу и передал эстафету уже на следующий день Мамуру. Как ты нацелен? А вот пока принимаешь, а потом обратно возвращаю кому-нибудь. Джамбулат Калиев. 500. Да? Вот так вот и становишься доктором. В полевых условиях приходится. Это, кстати, дефицит большой. Мы раньше все время бегали, докторов искали, кто может это сделать, чтобы мог. Сейчас уже не надо. Так что обращайтесь. У нас теперь салон красоты, не только поломанные уши. Ну все, остались маленькие небольшие штрихи. И впереди только бой. Руки базука прямо. Гуляем мы по вечернему городу Грозному. Это проспект Путина. Кстати, самый такой красивый проспект в этом городе. Такое шикарное здание. Очень красивое. Проспект Путина. Выбираем, какая лучше. Вот смотрите. И в синий угол приглашается боец из России. Встречайте! Мамур Хамдамов! Представляющего борцовский клуб из Санкт-Петербурга. Это уже завсегдатай турниров ACB Young Eagles и Беркут Young Eagles. Ведомый Сергеем Никитиным, Мамуржон Хамдамов, уроженец Таджикистана. Красному углу, ему 24 года.
при росте 178 сантиметров. Его вес составляет 77,5 килограмма. Его рекорд – 2 победы и 2 поражения. Представляет клуб «Беркут» из Грозного. Россия – Джамбулат Балиев! Колено пипец. Болит? Конечно, когда упали. Я вставал прямо такой хрусь. Такой нормальный был. А из-за этого не хотелось мне сесть вот так, как бы на разминку, да, делай? Но нереально пройдя просто на колени стоял. Спасибо. Ну, в любом случае, эстафета принята. Антоненко, Александр, как ты? Колесников? Александр тоже. Александр тоже, да? Ну, я немножко это, эмоции, братан, прости. Мы поднимаемся. И идем дальше. Идем дальше.